Кухня ЖКХ. Снижение доходов, потеря работы – это может случиться с каждым. Однако всегда есть нужды и обязательные платежи, которые заморозить невозможно. Нельзя не покупать продукты. И не оплачивать жилье тоже не стоит. В болоте долгов легко погрязнуть. У кировчан появилась возможность избавиться и от долгов за квартиру, и от переживаний по этому поводу. Задолженность можно отработать. Об этом рассказывает в сегодняшнем выпуске «Кухни ЖКХ» генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов. У нас есть потребность в работниках. Дворники, техслужащих, их всегда не хватает. Почему? Потому что неквалифицированный труд, он недорогой. Идут на эту работу не с такой большой охотой, не ценят и не держатся за нее. Текучка кадров по этому направлению у нас очень большая, поэтому я приглашаю собственников, жителей домов, желающих поработать. Телефон приемный «Актив комфорта» всегда в квитанциях у вас есть. Если у вас есть задолженность по квартплате, приходите, я вам дам работу, и вы спокойно в течение какого-то непродолжительного периода времени погасите ее. Сергей, вот такой вопрос. Эта работа в счет долга, то есть вы его как-то спишете или как это будет оформлено? Заключим договор. Если они отработают определенное количество времени, то они получат на руки зарплату, ну, на карточку. Конечно, мы не будем руки выкручивать и говорить, нет, мы вам деньги не отдадим, а положим на счет ваш, закроем какую-то вашу квитанцию. Нет, конечно, зачем? Все люди взрослые. Вы выполняете работу, мы вам платим деньги, а вы уж, пожалуйста, постарайтесь погасить свою задолженность. Расскажите, пожалуйста, если речь о работе по уборке подъездов, как часто нужно прибираться? В городе у нас так установилось. Каждую неделю приходит техслужащая, через раз она один раз подметает, один раз моет. Что касается дворов, что входит в обязанности дворника и насколько тяжел этот труд? Уборка мусора, уборка, сейчас еще зима идет, это уборка снега, подсыпка, песок или соль. У нас есть правила благоустройства в городе Кирове, согласно которым к 7 утра все должно быть прибрано. Вот и все. Например, около 6 тысяч рублей может получить уборщица за месяц работы в трехподъездной девятиэтажке. Или дворник за 2 месяца приборки территории у одного дома. Все зависит от площади. Любые долги, помимо пени, могут повлечь в суды разбирательства с судебными приставами и арест имущества. Чтобы облегчить бремя оплаты ЖКХ, можно еще рассмотреть вопрос субсидий. Их в Кировской области предоставляют в случае, если плата превышает 22% дохода семьи. Но дают эти субсидии только тем, за кем не числится долгов. Кухня ЖКХ.